Армейские международные игры. Пока Россия стабильно и уверенно идет на первом месте, но буквально в затылок нашим ребятам дышат китайцы. Борьба за дрифтовый подиум. Средний уровень хороший, но вот среднюю скорость я бы хотел улучшить. И воплощение новых дизайнерских мыслей. Вы посмотрите, какая потрясающая архитектура. События каждый четверг в 22:00. Только на Авто 24.